Я рад, что однажды дали возможность выступить на этой сцене, а сегодня продолжают с радостью уделять время для Монатик в рамках этой премии. Поэтому мы всегда стараемся приносить какие-то свои идеи в этот раз. В этот раз я пришел с стихотворением, предложил Павлу Шилько, и ему понравилось, он утвердил. Переживаю. Ответственный день. Я его записал на диктофон, наговаривал друг за другом. Потом все это дома переписал, добавляя какие-то моменты. И уже на следующий день на студии мы накопили с Серегой просто гитару, я под нее прочитал. И вот так, как прочел, так вот и рассказываю. Альбомное откровение. Просто хочется вживую его исполнить, пришло время. Должна быть нечасто, вот Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплетов, здесь нет ничего. Это просто послание моим, тем, кто дороже всего. Вот, я стою молодой, с мечтами, с открытой душой нараспашку. Отчетливо помню, чуть-чуть быстрее там темп, я заварил эту кашу. Я не знаю, что будет завтра, вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, земля кривая, и я лишь уповаю на то, что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю. На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да? Вы сегодня малые, и пока не в силах ни слова связать, но уже стали понимать все, узнавать отца и мать. Вот, я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу, чтобы силу добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример, не всегда, даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу. Витамин D! Монатик! Лишоу витамин D! Монатик! Это приятный бонус к твоей работе, когда все-таки если тебе что-то вручают в любой сфере, это в первую очередь оценка людей, а значит ты это делаешь не зря. И, ну, во-первых, такие факторы не могут надоедать. Они напоминают, что ты все делаешь правильно, движешься в правильном направлении, держишь себя в тонусе, в русле, но это не главный мотиватор. Спасибо, три юны, Юна, спасибо, спасибо всем, кто голосовал. Три юны, ура! Когда первая награда ты получаешь, это такая часть мечты, знаешь, это большая ступень, как новый том в жизни. А сейчас это как часть профессии. Реально надо торопиться, у нас ни одна вещь не собрана. Пожалуйста. Да, теперь надо работать. В 3 часа на работу. А что в 3? О, 4. В 4 утра уже нужно быть. Мы улетаем. 4 утра. Теперь надо реально торопиться. Есть идея сделать дуэт с Ниной Матвиенко. Давай на октаву выше хотя бы. Давай.